Хорошо, а этот? Нет, он очень слабенький, даже не говорит. Дети часто издеваются над ним. Пойдет, пойдет. Он подходит. У этих подонков имена, названия месяцев. Прям на выбор. Какой месяц нравится, такой выбирай. Ну и тип, Маис. Разве есть такое имя? Май. Может, благодаря этому имени мы устраним Темуза, то есть июля. Может быть, это наш козырь. Слушаю. Твоя мать. Около Чайханы. Вместе с твоим отцом. Твои ребята не поймают меня. Что происходит? Господи, что происходит? Позвоните в скорую. Что происходит? Позвоните в скорую. Кто-нибудь, позвоните в скорую. Воды, принесите воды. Господи, что же это такое? Дядя Мумтаз. Дядя Мумтаз, я приходил к вам делать заказ. Пойдем, сынок, пойдем. Ты, кажется, оставил мне свою визитку. Как тебя зовут? Темуз. Сейчас я не работаю в мастерской, сынок. Я закрыл ее. Я знаю. Я случайно встретил вашего сына, он сказал мне. Все рассказал. Ты друг Омера? Да, он должен подъехать. Скоро будет. Садитесь, пожалуйста. Подождем. Езжай в тюрьму. Доложи все, о чем разузнаешь. А ты не поедешь? Кто звонил? Давай, брат Али, пошевеливайся. Омер приехал. Да, мама, я здесь. Что случилось, сынок? Твой друг сказал, давайте подождем. Омер здесь. Мы переживаем. Ничего не случилось, папа. Он знает тебя. Я попросил его присмотреть за вами. Зачем? Что случилось? Я должен с вами поговорить. Меня не будет какое-то время. Я должен уехать. Когда ты вернешься, сынок? Я оставил дома немного денег, папа. Какие деньги, сынок? Нам не нужны деньги. Папа, меня некоторое время не будет. О чем он говорит, Мумтаз? У меня есть дела. Если что-нибудь понадобится, звоните Али. Али. О чем ты, Омер? Куда ты снова собрался?
Как мы свяжемся с тобой? Мама, меня не будет в городе какое-то время. Вы не сможете связаться со мной. Если что-нибудь случится, я не смогу позаботиться о вас. Я не понимаю, о чем он, Мумтаз. Почему он так говорит? Или ты что-то сказал ему? Никто ничего не говорил, мама. Позаботьтесь о себе сами, пока не будет меня. Позаботимся. Позаботимся, сынок. Не переживай за нас. Пойдем, дорогая. Омер. Иди, мама, идите. Мы сможем позаботиться о себе, сынок. Мы всегда сами о себе заботились. Так будет лучше, папа? Да, да. Так будет лучше, Омер. Так лучше. Браво. Если принимаешься за дело, надо держать семью подальше, иначе они могут стать легкой мишенью. А это может тебе помешать. Хорошо, что позвонил. Я как раз думал, где же мне тебя найти. Эзель, я хочу рассказать тебе кое-что о себе. Долгая история? Короткая. Эзель, я хочу тебе кое-что сказать. Я вижу тебя, но ты не увидишь меня, пока я не захочу. Эзель, поблагодари Али от моего имени. Благодаря ему я стал лучше, чем был. Эзель! Тебя я тоже благодарю за то, что не стал убегать от меня. Позволь сказать пару слов напоследок. Эзель Байрактар, которого все боятся. Ты был в конце моего списка. Ты оказался мишенью сложнее, чем Бахар, но легче, чем Азад. Я тоже хочу тебе сказать пару слов. Маис. Какой он был по счету? Ладно, не утруждайся. Али сейчас узнает. Брат, это я. Он ушел, выходи. Срочное дело. Немедленно звони в тюрьму.